Всем доброго времени суток. В первую очередь хочу поздравить всех с новым 2022 годом. И сегодня у нас на обзоре для сравнения три ручных плиткореза для крупноформатной плитки. Это Sigma, DLT и Crystal. Итак, здесь мы распустили плитку размером 1,60 на 3,20 плиткорезом от Sigma. Тут у нас пока еще не было никакого стола, и все приходилось делать прямо на полу. Как вы видите, у Sigma направляющая идет одним целым. В принципе, работать приятно, но для транспортировки есть проблема. Для большой плитки вариант хороший, но с плиткой поменьше уже есть небольшие неудобства. И мы решили взять плиткорез более компактнее и помобильней. То есть взял сумку, кинул в багажник и поехал. Плиткорез для крупноформатной плитки от DLT, он идет из трех направляющих реек. Конечно же, они намного легче и мобильнее, чем Sigma, и к тому же им можно резать плитку небольших размеров. Этот плиткорез режет также отлично, от 11 мм и до 3 мм. То есть по качеству реза я не увидел разницу с Sigma. Также резали на полу, но это чертовски неудобно. И мы решили сделать стол. Стол, конечно же, не совсем устойчивый, но со своей задачей он справлялся. А при перевозке на другой объект это уже проблема. Тут мы решили приобрести стол для большой плитки и взяли ручной плиткорез с направляющими рейками из двух частей от бренда Crystal. Ну и конечно же сделали обзор. А вы уже сами решите, какой вам нужен и для какой цели. Выбор за вами. Еще раз всех с Новым годом, приятного всем просмотра. Он идет в такой вот дермантиновой сумке. При транспортировке довольно-таки легкий и очень удобный. Застегивается на такой вот мощной липучке. В комплект входят присоски, каретка вот с такими мощными подшипниками, алмазный режущий ролик, вот такой вот интересный механизм. Далее идут щипцы и присоски. Их в комплекте 4 штуки. Далее у нас идет вот такая вот шина, слегка прорезинена. Ну и по краям установлены резиновые накладки. Это для того, чтобы плитка не царапалась. И ширина шины 14 сантиметров, высота 2,5 сантиметра. Длина шины 1,65 м. Ну и в общей сложности плиткорез в сборе будет составлять 3 м 40 см. Ну а теперь попробуем собрать все на место. И дальнейшая работа с плиткорезом будет уже на столе. Далее у нас идет вот такой вот разламыватель для крупноформатной плитки. И щипцы для разлома также крупного формата. С этими щипцами можно ломать под 45 и 90 градусов, а также 160. Ну и в комплект входят вот такие вот присоски. Протестируем их тоже. Далее у нас идет плиткорез для крупного формата. Итак, соберем присоски. Здесь шестигранное крепление, что очень надежно и довольно-таки удобно. Далее у нас идет режущая каретка на трех подшипниках. Вставляем ее в шину и пробуем. Ход довольно-таки легкий и без люфта. Все довольно-таки плотно.
Далее, вот такой вот шаблон для точной разметки плитки. Ну и вот такой вот шестигранник для соединения шины. Все соединяется быстро, плотно и ровно. Ну что ж, теперь попробуем разрезать кусок плитки от крупного формата. Так как здесь у нас обломок плитки идет на конус, то лучше взять эти щипцы. Ну а с другой стороны у нас плитка ровная, и нам можно применить этот ломатель. Как вы поняли, так ломать нельзя. И у нас в наборе со столом идут такие вот зажимы, что очень эффективно. Итак, крепим плитку с двух сторон и с легкостью ломаем. Пробуем еще порезать кусок плитки. Ну что ж, получилось неплохо, несмотря на то, что у нас плитка слегка перепрессована. Вот такие вот у нас идут крепления для плитки. Все очень надежно работает. Щипцы для разлома плитки по диагонали. Очень нужный инструмент. И вот такой вот ломатель. Тоже себя показал с положительной стороны. Посмотрим, как работают присоски. Работают отлично и довольно-таки очень удобные. А теперь распустим 6-миллиметровую плитку, длина которой составляет 2,60. Да, а вот так делать я не советую. Держать плитку нужно двумя руками. Или ломать надо над столом, чтобы плитка не упала. В моем случае плитка фактурная и присоска не удержала. Попробуем еще одну распустить.
с этой все получилось отлично. Плитку режет ровно и без проблем. Так что кому понравилась эта система, я на всякий случай оставлю координаты на стол и плиткорез. Ссылка в описании видео. Друзья, продолжение следует. Плиткорез, а также все работы на этом столе буду тестировать, в дальнейшем все показывать. А на сегодня у меня все. Всем пока, спасибо за внимание.